Вот так вот готовится наша шаверма, в данном случае с говядиной, шварма мия. Что будет лучше, выберем чуть попозже. Все, поднимаем, смотрим. Вот такой у нас турецкий гриль двухсторонний. Вот она уже готова. Так, вот так мы упаковываем. Сначала в пакетик, чтобы нашего гостя ничего не протекло. А потом в упаковку для роллов. Отлично.